Кинотеатр «Чарли» порадует жителей Карачаево-Черкесии новыми кинопремьерами и новым VIP-залом. По торжественному случаю «Чарли» подарил всем посетителям яркую концертную программу с аниматорами и веселыми конкурсами. Светлана Шаганова побывала на празднике и расскажет подробнее. Саундтреки к известным фильмам звучали в исполнении симфонического оркестра Республиканской филармонии. Невероятный живой звук напоминал о блокбастерах, премьеры которых прошли в кинозалах «Чарли». А известные певцы исполнили всем полюбившиеся песни из кинофильмов. Поздравить Чарли со столь радостным событием пришли почетные гости. От имени мэра Черкесска всех поприветствовал заместитель руководителя республиканской столицы Ачемес Акбаев. Он отметил важность нового зала, который станет идеальной площадкой для проведения разных событий, фестивалей и кинопремьер. Министерство культуры России и Фонд кино активно развивает киносеть, и этот новый зал – поддержка федерального центра. Министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов поблагодарил кинотеатр «Чарли» за праздник и за сотрудничество и напомнил о пушкинской карте, по которой с 1 февраля можно будет ходить в кино бесплатно. Сегодня залы повышенной комфортности, такие как открывшиеся у нас в кинотеатре «Чарли», это прежде всего возможность для маломобильных категорий граждан посмотреть кино. Потому что, как вы знаете, все остальные 4 зала, они устроены так, что нужно по ступенькам подниматься. Человек на инвалидной коляске не может подняться в зал. Этот зал он выполнен специально таким образом, чтобы можно было закатить туда инвалидную коляску на костылях, любому человеку зайти и наслаждаться. И вот он, торжественный момент. Всем хотелось взглянуть на зал повышенной комфортности. В чем же преимущество VIP-зала? Я вам расскажу. Здесь мягкие, комфортные кресла, почти как дома. Занимаете удобную позицию и наслаждаетесь любимым фильмом. Но если вы хотите прилечь, одним нажатием кнопочки, вот так, кресло раскладывается, и можно даже лежа наслаждаться просмотром фильма. 21 место, широкие ряды, высококачественный объемный звук. И что немаловажно, есть тифлокомментирование для инвалидов с нарушением зрения. Это подробное описание предметов, действий и явлений, всего того, что происходит на экране. В день открытия юные зрители с огромным удовольствием посмотрели премьеру этой зимы, сказочный блокбастер «Последний богатырь. Посланник тьмы». А более взрослый зритель увидел патриотический фильм. Хочется, конечно, принять всех гостей нашего города, нашей республики. Даже из других регионов мы готовы принимать. Приглашаем вас всех к нам в кинотеатр провести с комфортом и покушать наш свежий и вкусный попкорн. Светлана Шаганова, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия.